Вот все размышляю, заняться или не заняться каналом на YouTube. Ну, мне кажется, у меня бы получилось вести свой канал. Есть очень много «но», в том числе и моя работа. И, наверное, чтобы вести свой канал, нужно делиться очень многими вещами со зрителями. Не готова совсем делиться, но тем не менее. В размышлениях очень хочется, очень. Мне нравится такая форма общения со зрителем, с людьми, в конце концов. Наверное, в моем возрасте уже есть что рассказать, чем поделиться, что-то обсудить. Ох, думаю, думаю.